Пятая вахта, теплый ноябрь, в ожидании буровых установок, должны вот-вот подъехать. Ну а мы продолжаем заниматься тем же самым, что и на предыдущих вахтах. Это устройство фундаментов блока А. И закончили с обратной засыпкой основания под бурильную установку блока Б и блока В. Михаил за пультом своим, Сергей Б, Иван Иванович обкапывают опалубку. Подготовка к бетону. Завтра лаборатория. Проверяем основания. Ну и ждем бетон. День настал частично. Часть буровой установки привезли. Виктория Викторовна приехала сегодня. Никсон и Андрюха каркасы готовят на ленту. Виктория развлекает интересными историями парней. Отлично. Сергей Б, расскажи, чем занят сейчас? Выравниваем основание под колодец дренажа. 5 мм добавить. Олег заскучал, траншею прокопал, парни щебень просыпали, трамбовка заводится, пришла вторая машина с трубами, с комплектующими до второй буровой установки, вечером вторая буровая установка приезжает, и на следующей неделе начинаем заниматься буронабивными свами, будет интересно, не занимался никогда такой работой, посмотрим, ну что, процесс пошел, первая буровая уже на площадке. Вторая в деле, подъезжаю, сейчас парни будут навешивать оборудование и готовимся к работам. Вчера вечером приступили к работе, разметили свайное поле, выбрали крайнюю точку по блоку Б, 380-я свая, пробурили уже около 4 метров, продолжаем дальше заниматься, смотрим геологию. Труба смонтирована, подкидывается сейчас каркас башенным краном, каркас цепляется за установку и опускается в нашу 380-ю скважину. Так, все каркасы у нас имеют артикул изделия, дата приемки, номер заказа. Непосредственно перед бетонированием идет зачистка скважины, потом установка каркаса, монтажа трубы для подачи бетона и непосредственно само бетонирование бетона. Вот Геннадий. Потом спросим, технологию расскажет. Новый участник проекта, Геннадий. Да, мы много где дырок понаделали. Идет переверка скважины лотом. Проверяет длину скважины.
Так, парни подцепили трубу после установки каркаса и будут опускать. Это труба для приема бетона. Сегодня у нас бетонный день. Заливаем сваи первые и заливаем фундаменты блока А. Тут с миксера, а тут с насоса. А у нас гости приехали на миксере. Здорово. Ну что, переодевайся, каску одевай, жилетку и все. Смотрим конус осадки, принимаем бетон. Знаешь? Все? Все? Ты выписывай прописку, в декабре начнешь жить здесь, в Нижегородске. Бытовка готова. У Андрюхи спросим. Андрюха, что ты можешь сказать о вкусовых качествах бетона? Ты уже не один кубик, наверное, съел и испытал. Кисло-сладкий. Все, запоминайте, проверяйте. Проверяем полностью сладкий бетона. Потом будем заливать. Проверяем бетоноподвижность. Распекуется сейчас и узнаем подвижность бетонной смеси. Ну что, какой Андрюха конус осадки показал по схеме? Стабильно, четвертый. P4? Да. Отлично. Самое то. Пошел первый бетон. Вода пошла, да, Гена? Да. Значит, бетон давит оттуда жижу и воду с песком. Когда бетономитка опущена до самого дна, бетон начинает подниматься вверх и выдавливает вот это все, что там в скважине жидкое остается. Но в основном это вода и с разведенным немножко песком. Пробуем, так что структура такая твердая, это мы уже забираем такое. Бетонную трубу, бетонолитку сняли и доливается последняя часть свайного фундамента. Еще вот первая свая готова. Сейчас пойдем. Может даже, потому что я на усадку не может. В оголовках. Консультерский раздел. Такой объем я выхожу на максимум по дереву на 3,3. По спору линию здесь делишь пополам. Потом через эту точку прокладываешь длинную, замеряешь это расстояние, кидаешь сюда. Поднялся на вершину горнолыжного склона, занимаюсь доделками наших работ до перекидкой грунта, который завозили летом, когда выбирали непригодный грунт с нашего объекта. Сейчас доформирую горку и заканчиваю. Thank you.
улице непогода, метель, ветрища, но процесс строителей не останавливается. На строительной площадке работы по устройству свай, обратно засыпка фундаментов, строительство дороги. Процесс идет, фундаменты прогреваются, все нормально. На улице снег, но подписчики всегда рядом. Олег не вопрос. Зашел на страничку и нажимает подписаться. Вот так набираем подписчиков без всяких ботов. Да. Люди живые, пьющие чай.